Всем доброго дня. Это анонс очередного платного урока версии таких тигриных стилей Хуть Вань Фань Бао. И в этом уроке вы научитесь использовать так называемую тигровую лапу в качестве защиты и в качестве атаки, а также дно кулака для атакующих действий. Кроме того, мы обратим особое внимание на предплечье в вашей защите. Вы освоите три связки, защищающие вас и, соответственно, заканчивающиеся атаками. Повторите или освоите передний шаг, половинный шаг и скрестный шаг. Урок рассчитан, по крайней мере, на несколько тренировок и не является слишком сложным. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик, пользоваться уроками. И счастливо, хороших вам тренировок!